трансфер Пюник. Все не могу рассказать, как получилось, но получилось так, что позвонил генеральный, да, Ким, как бы предложил, на что я с удовольствием согласился. Именно приехать и быть частью такой большой семьи, как Пюник. Ну, я скажу, наверное, процентов 70 из команды ребят, которых я знаю, в частности, либо мы вместе играли, либо в сборной, либо где-то еще друг против друга. Поэтому достаточно много ребят знаю. Поэтому в данный момент идет знакомство с теми, кого не знаю. Но основное знакомство будет, конечно, в тренировочном процессе и на поле. Так, такого большого диалога пока не было, только поздоровались, познакомились уже в более домашней такой атмосфере, в командной, да, в своей. Разговор еще состоится, я думаю, не один. И в частности, это будут, наверное, какие-то методики, либо какие-то теории в плане того, что будет от меня требоваться. Хорошо, что был свободен первый номер. Соответственно, я взял себе первый номер, потому что, ну, в моем понимании, другого для меня номера просто нет. Только номер один. Дорогие болельщики, я рад быть в вашей большой семье, уже в нашей, Пюника. И мы ждем вас на стадионах, на трибунах, чтобы вы нам помогали и гнали нас вперед к победе.